Всем добрый день! И давайте сегодня мы с вами приготовим творожное печенье. Для этого нам понадобится 200 грамм творога, 150 грамм сливочного масла, 2 стакана муки, ванилин, 1 чайная ложечка соды и сахар для присыпки. Начинаем. В творог мы добавляем расплавленное масло и хорошо перемешиваем. Вилочкой перемешиваем, чтобы масло хорошо перемешалось с творогом. И добавляем немножко ванилина. Снова перемешиваем и добавляем 2 стакана муки. Добавляем чайную ложечку соды. И снова перемешиваем. Выкладываем наше тесто на стол. И замешиваем. Хорошо нужно его замесить. Потом положим его в пакет и отправим на холод на полчасика. Итак, прошло полчаса. Наше тесто немножко застыло. И сейчас мы будем его раскатывать и формировать печенюшки. Сверху мы присыпаем сахарком. Вот такие у нас печенюшки получились. И отправляем в духовку при 180 градусах, чтобы испеклось. Итак, наше печенье подрумянилось. И можно уже доставать с духовки. Вот такое у нас получилось с вами творожное печенье. Очень вкусно с кофе или чаем. Оно мягкое, воздушное. Приятного аппетита!